правильно ставил? Ну, видите, как сказать, животное. Оказывается, животное, оказывается, умнее не животных. Вот. Это черный юмор, но в каждом шутке есть что ли шутки дуэт, правильно? Вот, значит, теперь вот то, что здесь, вот еще поступила записка, когда отвечу, что поступило. Так. Так, Николаевик, идет информационная война, борьба цивилизации в глобальном масштабе. Надо выигрывать свое информационное, выработать свое информационное оружие. Только разоблачать плохо, надо положительные действия. С уважением, это. Конечно, а кто бы сказал, что нет действия? Даже то, что вы сидите здесь, тоже действие. Потому что, во-первых, для того, чтобы информационное оружие, вот, допустим, интернет был создан, так? Для того, чтобы именно людей превратить еще больше в скотину, которую до этого бы превращали, правильно? Так вот, любое оружие имеет две стороны. Можно в одну сторону использовать, и в другую. Так вот, во-первых, скажем так, тоже самое интернет, видите, вот я выставил книгу, пока что будет она издана еще в таком вот виде, ну, в жестком варианте, я ее книгу выставил на интернете. Так? Ну вот посмотрите, с конца июля, у меня за этот месяц нет данных, но на ноябрь было, что плюс данные по, за целый месяц было потеряно, там слота же было, не было, счетчики не работали. То есть Россия в кривых скалах на двух сайтах, где стоят счетчики, было скачано под 50 тысяч книг. А книга размещена на двух с лишним десятках сайтов. Только на двух у них счетчики есть. Вот там, где есть счетчики, 50 тысяч книг было скачано. Плюс, понимаете, другие, плюс кто скачал, бывает, себе распечатают, другим делают. То есть это можно 2-3 раза больше количество. То есть можно сказать, что порядка 100-150 тысяч только уже книг было распечатано. Это только начало. А со временем, ну, больше. Понимаете, для того, чтобы, потому что информационная война, ее вести нужно. А для этого нужно, чтобы эта информация проникала в массы. Вот для этой цели и было сделано, написано первый том книги, вот я начну работать сейчас над вторым томом, чтобы именно давать свое понимание того, что происходит, чтобы люди увидели, и кто резонирует, кажется, проснулись от сна. Ну, кто не хочет просыпаться, ну, придется тащить их, знаете, как говорится, за шкирку тащить лучше больше для них. Понимаете, ждать, пока все проснутся, это бесполезно. Ведь вы понимаете, что никогда все не просыпались, никогда все не понимали одинаково. Да не нужно это. Необходимо, чтобы действительно понимание достигло определенного какого-то критического массы, когда определенное количество людей уже начинает понимать, уже тогда лапшу на уши вешать не получится. Понимаете? Поэтому, что сейчас самое главное, я вижу, если говорить о том, что написано в книге, именно распространение информации. Потому что именно контрвойна, это есть информация, одна информационная война, создается контринформация, которая подает информацию без искажений, потому что я выстраиваю, по крайней мере, своих материалов, стараюсь, по крайней мере. По крайней мере, никто не смог опровергнуть ничего, то, что изложено там. Потому что я не пытаюсь... Есть множество информации, которые, допустим, я владею, но я туда не помещаю по одной причине, что я не могу подтвердить это, ну, вот так вот, примерно, понимаете? В виде какой-то книжки, в виде какого-то события, которое известно всем. Поэтому такую информацию я не вношу в книгу по одной причине, что откуда ты это взял, о чем ты можешь доказать и так далее. Зачем? Даже без... Вот это, без того, что я применяю ту информацию, которую сложно подтвердить, достаточно информации, которая имеет подтверждение, чтобы полностью разоблачить фальшивость существующих представлений. Также, смотрите, нам навязывают, что Русь вообще началась с Киевской Руси, да? Вот недавно была передача, я смотрел, там говорили, что в районе Москвы нашли, так сказать, поселения, которые были, назвали там какое-то название, дали археологи, где-то еще 1500 лет до появления на московской территории, якобы московского княжества, да, и что были люди, высокая культура была и так далее, и так далее. И они куда-то исчезли. И придумали все, что угодно. Придумали, что они ушли, открыли портал, ушли через портал. Да никуда не уходили. Они были всегда и есть. И потомки, которые еще если это московские жители, которые не приехали, они есть, и потомки тех, они никуда не исчезли, они там были и есть.
Просто им выгоднее сказать, что они исчезли, потому что если сказать, что они были, и вот сейчас продолжение идет, значит признать, что еще до, за 1500 лет до построения Москвы на территории Москвы была высокоразвитая цивилизация. Ну не как славяне, ну, мы не, ну тупые мы с вами, ну что поделаешь. Ну никак мы не можем быть умными. Ну вот не хочется всем уж это, понимаете? Не очень нравится им признать, что цивилизация белой расы, то есть основа, которую были именно созданы славяно-арии, является основой цивилизации, которая именно и создала все другие цивилизации, которые существовали и существуют на Земле. Не хотят, не признают. И поэтому начинают такую дурость нести, что вот Киевская Русь, во-первых, поляне, что создали Киевское государство, и русы, варяги так называемые, это не одно и то же. Это, да, это родственные племена, но это просто славянские племена, но это разные племена, разные касты положений, даже иерархически было разное положение. Понимаете, и создание цивилизации полян никакого отношения к цивилизации русской вообще не имеет. А то, что русские князья правили полянами, так они их приглашали. И, ну, это долгая история и так далее. Это династия Мировингов, это царская династия, которая правила и в Западе, включая во Франции, и т.д. и т.п., Англии и тому подобное, во всех странах, где были люди белой расы, была единая каста. И каста это была не жесткая каста, как вот в Индии создали по образу подобию, только по-дурному. Опять копируют, но копируют неправильно. А каста именно из народа всегда появлялись люди, потенциально генетически имеющие возможности воздействия и оперировать реальностью. Вот такие люди из народа всегда поднимались иерархически, никто их не ограничивал. Если ты имеешь потенциал, если имеешь качество, если мозги работают, ты проходил, мог исповедовать сам, кажется, мог быть крестьянином и добиться самого высокого положения. То есть никто, вы помните, даже сохранилось до недавнего времени понять такое ваше сиятельство, помните, да? Вы не знаете, почему называли ваше сиятельство? А потому что именно у наших предков иерархическую верхушку достигали не люди, у кого набит карман побольше чем-то, а те, кто могли воздействовать, управлять, те, кто могли создать для собственного народа оптимальные условия для благоденствия, для процветания и так далее. То есть люди, которые беспокоились не о себе, а именно о других. И когда они достигали такого уровня, у них возникало сияние вокруг них. И люди, в то время, которые не были запутаны пропагандой, эти видели. И поэтому они знали, кто есть кто, им не нужно было говорить. Навешивать сюда, кто видит, о, я главный. Нет, они и так видели, потому что потому, как человек виделся другим, они видели, что этот человек имеет право давать приказы, и эти приказы всегда будут разумными. А слово разум, то есть, понимаете слово, разум, то есть просветление знаниями имеющие. И так далее. Но чтобы не увлекаться другими, потому что так можно увлекаться, другой вопрос. Так, расскажите, пожалуйста, о современном состоянии России и ее будущем. Ну, будущее, пока говорить, рановато, правильно? Потому что зависит от того, что произойдет, хотя надеюсь, что будет будущее хорошее.